Форум «Я гражданин Подмосковья» стартует 3 июля в Егорьевском районе. На мероприятии соберутся самые креативные, творческие и целеустремленные жители Московской области от 18 до 30 лет. В каждой смене форума ожидается около 2000 участников. В общей сложности мероприятие посетят 10 тысяч человек. Для молодежи приготовили насыщенную программу по 5 направлениям. Организационная смена, лидерство, творчество и медиа, карьера, предпринимательство и инновационная деятельность, студенческое самоуправление и экология, ЗОЖ и патриотизм. Кроме того, гостей мероприятия ожидает интереснейшая образовательная, спортивная и развлекательная программы. Планируется выступление более 200 известных личностей. Это журналисты, музыканты, режиссеры, спортсмены, актеры, политики, депутаты, художники, мастера по йоге и вейкбордингу. Организаторы форума «Я гражданин Подмосковья» предлагают всем желающим присоединиться к мероприятию. Регистрация участников осуществляется через систему «Молодежь России». Записаться можно по телефонам, которые вы видите на своем экране. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.